Пошел. Пошли. Ух, а чё взорвался-то? У зомбаря пукан. Пукан лопнул. Безумный-то. Стив, а чё ты там... А чё ты в сторонке-то стоишь там? Это чё значит? Стив, мать твою! Стив, нет! Боже, потому что, знаешь, по 100 раз, да, одно и то же. Resident Evil. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы вновь переходим к прохождению серии игр Resident Evil. Проходим мы в хронологическом порядке, и у нас на очереди часть под названием Gun Survivor 2, код Вероника. Вот, фанатами, короче, игра была оценена не очень хорошо, но в любом случае я хочу, чтобы она была на канале, потому что, как бы, я хочу по максимуму те серии, те части, короче, из этой серии игр, чтобы были на канале, которые можно пройти на ПК по максимуму, чтобы они были на канале. Вот. Ну, об этом я уже говорил ранее, когда мы только начинали, наверное, первую часть проходить самую. Это было давно-давно. Вот. Там еще без вебки, по-моему. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылочки все есть на плейлисты. Вот. Даже если игра не очень, то мы все равно ее до конца пройдем и хотя бы поугараем. Вот. Так что ставим лайк, кто новенький, подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить новые прохождения игр, ну и старые тоже. Вот. Ну а мы с вами погнали. Итак, тут у нас на выбор дается, короче, два режима. Режим аркады, это, так понимаю, короче, как типа сюжетка. Но как таковой здесь сюжетки нету. Здесь, короче, будет проходить, ну, действие после конца, короче, оригинальной части Код Вероника. Вот, это когда Клэр и Крис улетают на самолете, по-моему, на самолете, да, они улетают или на вертолете, на самолете, по-моему. Вот, улетают, и Клэр засыпает. И вот то, что ей снится, то, что ей снится, мы будем как бы видеть на экране, как бы мы будем проходить вот это вот ее сон. Вот. Игра от первого лица, но как бы управление там корявое, по-моему, как и в первом Gun Survivor, если вы помните. Вот, так, а аркада — это у нас типа сюжетка. Режим пещеры я вообще не знаю, что это такое, но мы тоже попробуем после аркады. Так, давайте заглянем в настройки. Проходить я буду, короче, с быстрыми сохранениями, save state, вот, потому что, как вы знаете, я ранее тоже говорил, эмулятор у меня не, ну, на эмуляторах не работает карта памяти, почему-то не сохраняется. Ну, и по 10 раз одно и то же проходить тоже, как бы, блин, неинтересно, ну, для канала, как бы, я чисто, в принципе, как бы, мы не гонимся, я, в принципе, не гонюсь за, там, какими-то рекордами, там, знаешь, пройти вообще без смертей, там, или еще что-то. Но в любом случае мы будем проходить на сложном. Так, настройки игры, наверное, да? Очень трудно, вот у меня уже стоит. Вот, я выставлял здесь. Я просто вам показываю, что проходим мы на очень трудном. Вот. Ну что? Давайте начнем. Аркада. Погнали. Resident Evil. Итак, на выбор, короче, у нас два игрока. Это Клэр Редфилд, вот, пол женский, и Стив Бернсайд, 17 лет ему всего, прикинь, мужской пол. А Клэр у нас сколько? 19, ну, недалеко ушла. Ну, давай, короче, начнем, наверное, с Клэр. Идем. О, еще и по-русски говорит. Идем. Такая, пойдем, давай со мной. Так, этап первый, тюрьма, побег. Ну, погнали. Сделаю сохраночку, наверное. Найди ключ и уходи через дверь, на которой символ. Окей. Вы не похожи на чудовище? Да, вы же их ищете.
Огонь. Так, огонь. А на какую кнопку огонь? Так, понятно, я понял. Поворачивать. Блин, направление, конечно, жесть. Ой, кусают, уже кусают. Мне, короче, за отведенное время надо уйти. За отведенное время. Держись, Стив, я сейчас. Пистолет у меня бесконечный. Так, это что у нас? Берем автомат. Хорошо. Идите в следующую комнату через дверь. Хорошо. Идем. Здесь за определенное время надо пройти. Но фишка в том, что, короче, если время кончается, выходит Немезида, прикинь. Выходит Немезис. Ну, здесь даже есть, да. Здесь даже... Оу, собака. Собаки. Сдохла. Окей, погнали. Управление, конечно, просто не айс, я не знаю. Так, ладно. Я думаю, короче, в принципе, всех убивать смысла нет. Нужно идти. Здесь как бы, ну, нужно просто пробежать с точки А до точки Б. Вот. Так, пошел. Бомжи. Бомжи атакуют. Воу, сколько бомжов. Сколько бомжов. Так, а ключ? Правильно я иду? Я правильно иду. Ключ у нас здесь. Хорошо. Я вижу ключ. Блин, какие они живучие все-таки. Погоди, у меня автомат кончился. Мне надо валить. У нас всего минута. Всего минута осталось. Мне теперь нужно валить, короче, на... Во-во-во-во-во. Ай, сзади. Ой, еще и охотник вышел. Прилично. Мысли, что прилично. Отлично. Мы справились. Нужно сохраночку сделать. На всякий пожарный. Что случилось? Что это? Басяндра! Для меня это не так просто. Вот и оно. Погнали. Блин, управление, конечно, боссами будет напряжно, я думаю. Ой, Стива убили. Нет. Блин, она не уворачивается. Я запутался в управлении. Ай! Замочили. Дробовик. Давай, Стив, отвлекай. Куда она упрыгала? Да. Арахнофобом лучше не играть в эту игру. Ну, по крайней мере, в первую миссию. Давай, чуть-чуть. Ну, Стив, что ты сдох? Ну, Стивлонский. Ай. Так, отбежал. Давай, чуть-чуть. Май гад. Окей. Ну не мешай мне, вы тоже рыцарь. Что? Так, этап первый, время 3 минуты, короче, 3,5 минуты. Получили какие-то бонусы даже, нифига себе. Прикольно. На Д прошли. Нормально, потянет. Сохраночку. Этап второй, официальная резиденция, окей. Ну, чисто такой, знаешь, бодренько, но, блин, управление, конечно, говно. Ни аптечек, ни хера нет. Кстати. Так, я надеюсь, меня не сожрут, окей.
Они не бросаются, когда мимо них пробегаешь, они сильно не бросаются, как вот знаешь, когда в этом во втором ремейке, допустим, да, или в какой-то другой части Резидента. Воу-воу-воу, псина, критично. Еще одна псина, ой, еще их две, критично. Просто уложитель собак. Так, какой-то алмазик. Хорошечно. Смотри, мне можно пройти сюда, Давай-ка заглянем сюда. Ну, блин, времени не хочется тратить. Ну, в принципе, ну, хотя увидим, короче, этого немезита, да, если время кончится. Пошел. Пошли. Ух, а чё взорвался-то? У зомбаря пукан. Пукан лопнул. Сдохло. Так, погоди, а здесь что, ничего нет, что ли? Да ну. Или можно разными путями, типа, пройти? Наверное, скорее всего, так. Ух ты. Видал как просто? Угу. Ой, лизун! Ух ты, ни хрена себе! Прикинь. Короче, после каждой смерти выдается дробаш. Блин, а какие они... Они жесткие. Лизуны-то. Стив, а что ты там... А что ты в сторонке-то стоишь там? Это что значит? Так, окей. А куда мне идти надо? Здесь у нас выход. Мне надо идти вот сюда. А, нет. Погоди, не сюда. А, там где выход, там еще коридорчик. Ну-ка, давайте сюда сейчас заглянем. Оу! Хорошо, оружие забрал. Ух ты, нифига у него люгеры как мочат. Видал, как мочат у люгеры? Погнали. В принципе, времени еще достаточно. А музяка-то такая. Так, давай, отстреливайся от зомбарей. Мне где-то ключ надо раздобыть, вот сюда. Сзади там было написано. Меня чуть лизун, короче, своим язычком не шлепнул. Смотри, вот это что? Аптечка. Погоди, я замочил этого длиннорукого? Я помню, они меня бесили, короче, эти длиннорукие в оригинальной части. А чё, Стива кирдык капут, что ли? Да ладно. А он, когда босс будет, он появится? Потому что мне же нужно, чтобы кто-то отвлекал. Ай-яй-яй. О, схватил, падла. Всё-таки это, они бросаются всё-таки. Что это там было еще? Я вообще не понял, что произошло. Просто. А, надо сейф-стейт. Окей. О, вот это поганая тварь, Блин, а у меня это, только пистолет. Хорошо, автомат есть. Ой. Так, Стив, отвлекай этого говно. Отвлекай. Пока я, короче, долблю. Стив, мать твою! Стив, нет! Ой. А вот эта тварь, она быстрая, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, в угол согнала, твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас загандошит, не загандошит меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да ладно, у меня последняя, короче, это попытка, прикинь. Не, боссы как... Ай! Стив, отвлекай! Короче... Боссы здесь... Давай! Чуть-чуть осталось, ну! У-у-у! Чуть-чуть осталось. И добили. Да ладно, живай, обернись! А ну, они сейчас такие, знаешь, как это... Точно. Это просто.
Это просто, да. Если бы не вас, вы перестали. Чё? Ладно, спасибо. Если бы не вас, вас издаст. Окей. Так, я не знаю, сохраняться я, блин, наверное, е. Ну ладно. Сохраняться я не знаю, сохраняться не сохраняться, потому что, блин, у меня всего до последней попытки, и жизни там, наверное, половина. Да? И третий этап. Здесь всего, короче, сколько? 5 этапов получается. Ну, посмотрим. Найди два ключа. Два ключа, ты прикинь. Короче, надо бежать. И... Тупо бежать. Потому что... Блин, а здесь вот, блин, пробежишь. Давай, 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 мочи. Блин, какие они живучие-то, падлы. Бомжи, бомжи, бомжи. Так, окей. О, нет. Тебя мне не хватало. Хорошо. Пробежали. Так, 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 сюда. Ай! Твою мать. А я туда повернул? Мне сюда надо? Да блин, ты прикинь? Он просто сходу, просто сходу. Он просто сходу, мать его. Нажмите кнопку назад. Это, прикинь, это все с самого начала надо проходить. Окей. А мы начнем, короче, с босса. Давай, давай, давай. Да Стив, ну что ты опять сдох-то? Ау! А когда, пока он лежит, короче, его не убить. Ну. Блин! Падай! Пипец просто какой-то! Это вообще какая-то дичь! С этим... Стив, не надо! Стив, не умирай! Где это говно? Блин! Нет! Блин! Я зафигачил, короче, его, но, блин, у меня жизни опять говно. Просто опять какая-то дичь с этими жизнями. Это второй босс, прикинь только. Пипец. Какой-то он жесткий, вообще реально жесткий. А здесь можно что-то покупать, не знаю, там. Ну-ка сейчас проверим, короче. Ну не может быть такого, что, блин. Просто как? Вот, блин, с таким кривым управлением, как убивать здесь? Ну-ка, давай, далее. Ух ты, ты прикинь, короче, смотри. Да блин, я запутался в управлении, ну. Окей. Просто пипец, у меня жизни. Что значит вот этот дзынь-дзынь-дзынь? Ну здесь вообще никак. Здесь просто никак. Я не знаю как. Просто какая-то дичь. Давай, Стив, мочи его. Ну что ты стоишь-то, ну? Давай, гаси. Стоит, блин. Да твою мать. Где хоть одни аптечки-то, я не знаю. Пошел от меня вон.
Загасили. Хоть жизни, короче, немножко сэкономил. Но, блин, это последняя попытка, это вообще жизнь. Нет, никак. Это вообще никак. Просто никак. Жесть. Опять на Е. Дай похрен. Похрен. Не, я сохранюсь тогда, когда у меня, ну, я смогу оставить, короче, попытку. Просто попытку. Так, загасили. Погоди, я как-то сделал ручной авто. О, вот так вот. Хорошо. Он достанет своей рукой свои культяпы. Стив, не лезь на рожон. Никогда не лезь на рожон. Так, здесь есть какие-нибудь, не знаю, аптечки? Вообще ни хрена нет. Смысла здесь нету, здесь надо просто пробегать, я думаю, и все. Ну, первых вот этих зомбарей убивать, а вот этого пробегать. Твою мать! Вон того надо. Да, Стив, ну куда ты лезешь-то? Сдалека что, не пострелять, что ли? Дурак. Есть какая аптечка? О, какие-то ящики. А-а-а! Твою мать! Откуда он взялся? Откуда это говно здесь взялось? Из ящика. Вообще дичь. Дичь полная. Нет! Опять на том же месте. Вот этот говнюк, он, короче, просто сходу. Я не знаю, как это сделать. Надо как-то сразу в сторону уходить. Просто, вообще. Стив, нет! Только не вздумай умирать! Да говна ты кусок, а! Он, блин, сзади был. Нечестно. Ой, управление, говно. Ты только сдохни. Да все, это просто дичь. Сзади. Где сзади-то? Вообще говно, просто говно. Ой, да. Давай еще разок. Еще разок. И Стив сдох. Да чтоб тебя. Погнали. С калаша долби это говно. Оно сейчас встанет. Просто не давать ему это. Давай, вставай. Просто не давать ему подойти. Его, в принципе, смотри, вот так вот. Говна кусок. Его очередью, короче, вот так отталкивает. На тебе в жопу. На тебе посраки. Лягушка, переросток. Да чтоб тебя, почему ты меня, а не Стива? Где ты, блин? Какой трешак просто. Замочили. Ну, блин, а смысл? Смысл мы замочили, у меня жизни просто как с гулькин куй. Вообще. Такая трешня.
Друзья, никогда не играйте в игры, в которые играю я. Это просто дичь. Понятно, давай, давай. Два ключа, да. Ну что ты стоишь? Ну что ты стоишь? Ну стоит, смотрит. У тебя два охрененных люгера. Почему ты не убиваешь ими? Почему ты стоишь, как истукан? Успел. Блин, а Стив, наверное, остался там, да? Блин, сбоку собака. Стива загадошили. О, еще говно бежит. Да стреляй, ну! Что, блин? Почему не стреляла? О, жесть. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. Вот. Попытаемся пройти уже в следующей серии. Вот. Я не знаю. Может быть, я попробую еще за кадром пройти до второго босса, да? Либо до третьей локации так, сам. Как бы. Вот. Сэкономить что-то. Сохраниться, и мы продолжим. Потому что, знаешь, по 100 раз, да, одно и то же. По 100 раз одно и то же, короче, смотреть. Ну, не есть хорошо. Вот. Все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Комментируем, да? Да, да. Ссылка на плейлист будет в описании. С вами был Валерий, всем пока.